Это все ты виноват. Ну что ты не накаркал, я бы прошел. Что это за хрень? Она заходит в дерево, выходит из стенки. Это, блядь, дыра измерений. Я не понимаю. То есть то, что тут ходят всякие, блядь, октопусы, летают какие-то куски говна. И вообще, блядь, все заведения горят, тебя не удивляет. То, что она выходит из стенки, тебя удивляет. Полный ножах разрушен, мне вот это не нужно. Что полный? Что ты делаешь? Пол разрушен. А нахрена тебе тут был тигр? Очки. Вообще за 20, за 60 и за 100 дают. То есть 3 жизни можно заработать. В принципе, я прошлый раз 161 набрал. Ну 100, нет, 100 легко берет. Бля, давай. А, тут же, блядь, паспорт, сука, на таб. Бля, я нажал таб, у меня чат, блядь, уехал, бля. Да хоть бы музыку разную для разных уровней запилили. Одна и та же мелодия. Ты же знаешь качество портов с компьютерных систем с другим названием. Это компьютерная система? Я же тебе говорил, что это порт Серкады. А, Серкады? Ладно, похуй. Блять. Почему, нажимая вверх, ты спускаешься вниз? Что это за хуйня? Это кнопка войти. Там условная дверь, которая переносит тебя вниз. А кто тебя раздел? Ой. Бля, ёб твою. Может уже и не продолжай? Не знаю. Баланс соблюден. Ну, где рыба? Одну взял, одну взял. Да я сегодня в бонусы не попадаю, вот те, которые там летать могут. Сегодня не везет мне. Ни одного еще не нашел. Выпусти. А, куда улетела, блин? Ну да, кстати, при десятке врагов на экране игра себя еще довольно-таки адекватно ведет. Могло быть и хуже, я согласен. На звонок себе поставлю.
И на похоронах тоже попрошу его включить. Помните звездочка, Бля, тут можно было сразу направо пойти, не ебать. Блядь, ну смотри, как засыпает. Иди нахуй. Бля, я тут не перепрыгну. Иди на. А, это для элеватор вниз. Это, блядь, называется возьми звезду бессмертия. И ты все равно сдохнешь. Опять это что я со сторонами не угадываю? Не узнаю, ты пишешь, ты что-то. Только что от элеватора ты справа пришел, он был прямо над ним. Шел пару метров, ты двигался сверху. Пиздец, что-то вообще мне не клеится эта подписка, я что-то так по тупому умираю. Главное, я платье начинаю. То есть я слил жизнь, а... платье осталось. Да хорош, блядь. Бля, почему-то он мне на тигра не очень похож. Фигурой. Медведь какой-то. Это, блядь, Бармалейна. Про тигра я, кстати, сюжет что-то не уловил. Это из-за это наверное из-за тигрового купальника. Выглядим. Да хорош, блядь. Хотя, зная мою манию тащить в последней жизни. Блять, живой щит. Ёб твою мать с твоим куни-окуном. Сейчас, блядь, на последней жизни не будет. Ну столько еще жизнь заработаю. Ничего не тащи. Блять, да что такое? А, ну тут дверь. Ладно, повезло. Я, кстати, не знаю, почему там летающая тарелка в конце. То есть, бля, это какая-то, как будто не тарелка, а
Как? Вот и вчера у меня тоже такое было. Я вроде как встал на платформу, но я, блядь, провалился. Я не знаю, это как машина времени, может, какая-то. Так выглядит, так выглядит. Короче, блин. А дверь нельзя? Бля, на что этот живой щит? Пуль защитит? Да, он так быстро отваливает. Еще одну заработаю, еще чуть-чуть пострадаю. Это ж помню, вчера находил. Еще таких по 150 тысяч дают, за 200 тысяч. Ой, сколько рыбы. Стоять! И ни одной нету, блядь. Здесь буду пастись, если чё. Когда тигр кончится, сразу на лифте подымусь. Я помню, Свич, кстати, вот в прошлый раз взял, кстати... А, нет. Налево ближе. Где этот свеч? Он довольно-таки далеко. Но он направо все-таки будет. Ну что, я не знаю. Все равно весь круг надо пройти. Тут это возвращение с тобой. Воу-воу-воу, полегче. Интересно, если я упаду обратно в команду, давайте упаду и умру. Тут такая шняга. Студио, блядь. Съёбывать. В этом уровне, конечно, не совсем перегрызли с врагами. Да, блядь, все равно кот упал. 140 еще жизнь дали, или побили. Блять, он этот батут приземлится еще тоже. Наука, блять! Пиздец, сколько дрянь.
Эх, в этом уровне был тигра превратился. Было бы очень круто. Да, я не туда пошел. Как тут, блядь, быстрее-то? Пиздец, не хватило там вообще доли... Вообще доли-доли, блин. Так, налево, направо, блин, да, вспомни. Блядь, дверь зашел. О, нет. Ух ты, бля. Я не хотел в нее заходить, мне просто повезло. Да кричи-ка ты. Я понял тут, блин. Мар говорит, двери не заходит. Нормально тут двери работают. Ой, ну это что за хер? Что такое-то, блядь, хуйня? Бля, ну вот тут куда? Что я делаю? Ушел же, блядь, нормально. Так, все, перестать думать. Не надо думать. Не надо вспоминать. Куда идти, куда не идти. Это все плачевно закончится. Огонь настигает. Молчу. О, вовремя. Вовремя.
Еще три рыбки, и я наверху. Даже не надо телепорт. Блядь, я еще в телепорт залез. Тигром. Что мне платье делать? Я его проебать буду сейчас. Бля, тут еще наверху такая жопа. Фу. Новый уровень. Мы увидим новый уровень. Ладно, быстрее. Как она сейчас будет выглядеть? Свадьба когда? О, вот и свадьба. Значит, последний уровень. Чапел. Я не могу бить, дуй, стреляй. Чё за на? Финальная пробка. Да вроде один. Ну, вроде это последний. Финальная пробка, туфли. Жерелка, помада. Чё жерелка? Цветы. Я, короче, свадебные аксессуары собираю. Кольцо одно, кольцо второе. Вы посмотрите, как этот жених прибежал. Только гляньте, как он прибежал. Ёб твою мать. Всё! Концовки нет. Играем по кругу, называется. Замечательная игра, просто фантастика.